Да. Супер. Это КПМ, господа. Тоже, кстати, КПМ. Уже это, человек застыл просто, онемел. Так, столик 39. Кстати, очень хороший. Он еще какой-то функциональный. Тоже классный стол 19. Очень качественный, массивный, тяжелый, вообще супер. Очень-очень-очень. Стульчики по 22. Ротанговые седалища. Ну, тут надо быть осторожным. Но зато, знаете, тут вентиляция хорошая, кстати, вот это вот. В старину знали, господа, как мебель конструировать, чтобы вентиляция была, что от долгого застолья мало ли чего. А так все с гарантией, все для людей, все с заботой о людях. Так. Вот тоже 25 евро, нечто такое из замка, антураж. Кто-то вскрыл это все дело. Масса. Кто-то это все использовал. Думал, все есть, все класс. Все есть. Тихо, спокойно. $25. Это швейная машинка. О, смотрите, как тут все круто. Вот крутая машинка. Фаф.
такая симпатичная. Это Шуман. Очень красиво. Это Зельтман. Ширнинг. Фирма фирмой. А, какой красавец. Сейчас сервис. Немецкий. Масса сервизов, 16.50 сервиз, фирма глубокая, Миттертайг, просто атомный, просто атомнейший, такие святые. Фирма фирмой. Винтерлинг. Фирма фирмой. 20 евро. Миттертайг. 60-е, 70-е годы. Какой-то крутой сервиз, 40 евро. Но он, правда, большой, конечно. Хватит, не знаю, на сколько, на 12 минимум. И тарелки, все есть. Масса хрусталя крутого. Полно. Вазы крутейшие. Кстати, ваза Нахтман тяжелая. Ручная работа. Классная. Очень качественная. Кашуница. Красивая тарелка. Свадьба. Свадьба весело гудит. Еще старинная такая, настенная. Свадьба, свадьба, весело гудит. Свадьба, свадьба. Потолок дрожит. Свадьба, свадьба. Пропадаю я, хороша невеста.
Красота не моя. Супер. Просто песня. О, тарелки здесь, огонь. Фирма фирмой вообще, Зельтман. Три миски. Эшенбах. Вот какой соусник, господа, о-хо-хо. Что-то такое прям, что-то древнейшее и редкое такое, ух ты, Бавария, супер, смотрите какой. Тут цветное стекло полно, разнообразное. Это Мурано. Мурано. Ну, какая-то насадочка куда-то. Куда-то. Единственное, вот отбито у него здесь. Ну, интересный объект. Очень интересный. Кстати. А, я думал, это стопка. Ха-ха-ха. Раскатал губу. Винтервин, красивая тарелка. Так вот. Класс. Вот креманочки классные. Ручная работа. 70-е годы. Очень красивые. Вот хорошие стопарики. Вот ручная работа. Супер. 6 штук. Ручная работа. Шуман. Нет, это речь. Очень круто. Видишь, какой объемный. Да-да. Угу. Тесненный. Тесненный. Рельефный. Какая ваза, глянь. Те. Че-то подсвечник. Вот симпатичная вещь. Да, вещь классная. Это стекло как-то тоже. Ну, вещь классная, но крышки нет. Очень жаль. Такая шкатулка, конечно. Линд. Линд. Да ты что, это высший пилотаж. Ну где найти на нее крышечку? Эх, эх, эх. Очень жаль. Тоже без крышки. Тоже без крышки. Ну, вот это я куплю.
Это под горчицу, наверное. Видишь, тут дырочка. А может, под сахар. Да, да, под сахар, да. Угу. Обалденная, конечно. Меня расстроило, что там нет вообще крышки. Кошмар, жаль. Очень жаль. Шкатуленция. Очень хорошая. Угу, тут уже, это, кстати, ручная работа. Угу. Шкатулочка. Постолка. Это там сахарница, наверное, да? Или для меда? Да, это для меда может быть. Очень красивая. Так, вот это вот интересный такой человек. Меня один интересовал. Это вот такой с шарбом по сравнению с остальными. Это китайская. Вот эти доли по 50. Еще, все, ты там все. Кракли. Ну-ка, ты чуть-чуть стол. Вот еще красиво. Бисквит. Вот тут только крышка бисквитная. Оно так это и задумывалось. Эдельштайн. Бандоньерочка, да? 10 евро.